на днях учебный центр «Лидер» получил долгожданную аккредитацию от разработчика профессиональных компьютерных программ 1С и стал их официальным партнером. Компания 1С производит компьютерные программы и базы данных делового и домашнего назначения. Например, большинство фирм использует продукт 1С для ведения бухгалтерского учета. Это и удобно, и избавляет бухгалтера от использования большого количества бумаги. Как ведут курсы бухгалтерского учета в образовательном центре «Лидер» и кому важно их пройти, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Основы бухгалтерии – это знания, которые нужны любому, кто собирается открыть свое дело или уже является собственником малого бизнеса, но не имеет достаточно знаний во введении в бухгалтерию. И курсы бухгалтерского учета в образовательном центре «Лидер» – лучшее место, чтобы сделать первый шаг к постижению теории и практики бухгалтерского учета. Кстати, на днях стало известно, что «Лидер» получил статус Центра сертифицированного обучения 1С, а значит, прошел все этапы аккредитации у разработчика программы. Учебные планы нашего центра прошли аккредитацию. В этой связи у нас есть возможность обучать своих студентов по сертифицированным программам, а также выдавать им сертификаты, которые будут утверждены фирмой-разработчиком программы 1С предприятия. Подавляющее большинство предприятий сегодня для бухгалтерского учета используют именно продукт компании 1С. В кармане у курсантов, прошедших обучение в «Лидере», будет приличный бонус. Не просто сертификат по окончании, а сертификат установленного разработчиком образца, что будет востребовано у работодателя. Для тех же, кто планирует начать собственное дело, «Лидер» предлагает запастись багажом теоретических знаний на курсах «Бухгалтерский учет», а также пройти курс «Упрощенная система налогообложения». Эти курсы нужны для руководителей малых, больших организаций с самостоятельным ведением бухгалтерского учета, для ведения семейного бизнеса. Неграмотное ведение бухгалтерского учета может разорить любую организацию или любого индивидуального предпринимателя. Любовь Пойманова несколько лет назад работала бухгалтером и совсем недавно прошла обучение в «Лидере». Освежить свои знания для того, чтобы заниматься своим бизнесом. Курсы проходили очень спокойно, познавательно. Можно было задавать вопросы практические, получать полезные ответы. Все было очень здорово. Грамотно вести бухгалтерский учет, рассчитывать заработную плату и налоги, составлять налоговые декларации, оформлять первичную документацию. «Лидер» – открыт для деятельных и активных в любом из 27 городов, где есть филиалы центра. И можете быть уверенными, вы попадете в группу к опытному педагогу и в течение 1-2 месяцев получите необходимую базу знаний. Подробности можно узнать на сайте www.leader.by. Андрей Плещук, Виталий Строк. «Наше утро».